Добрый день, уважаемые трейдеры! Видео описание к индикатору VRDRAF. Индикатор для рисования напрямую на графике в терминале MetaTrader 4. Часто возникает такая необходимость, чтобы что-то выделить, нарисовать и быстро отправить этот скриншот своему другу, знакомому, поделиться своим прогнозом или своими предположениями. Но в терминале можно рисовать только прямые линии, квадраты, круги и ничего более. Данный индикатор решает эту проблему. Индикатор сам привязан к кнопке колесика. То есть нажимаем на колесико и рисуем. Больше ничего индикатор не требует. При установке индикатора на график появляется кнопка Draw – рисовать. Нажали ее, выбрали цвет, который мы хотим рисовать, выбрали толщину линии, которую будем рисовать. И нажимаем колесико и рисуем то, что мы, в принципе, хотим показать своему собеседнику или показать, или просто для себя сделать какую-то пометку. Рисовать можно практически все, что угодно. Выберем красный цвет, выделим, например, недавний пробой. Возьмем, например, синий цвет. Покажем, что от отбоя типа можно было покупать. Ну и прочее. То есть рисовать можно абсолютно все, что угодно. В чем удобство? Индикатор простой, как два пальца. Не требует никаких ресурсов. Он может у вас висеть. И вы всегда будете знать, что у вас под кнопкой колесика есть инструмент рисования. Можно рисовать все, что вы хотите. Для того, чтобы скриншот очень быстро опубликовать, в терминале предусмотрена очень интересная штатная функция. Правой кнопкой мыши нажимаем «Сохранить как рисунок», «Активный график как есть», «Опубликовать на MQL Charts». Нажимаем «Ок». И рисунок сразу публикуется на сайте MQL, где мы можем взять ссылочку и передать своему собеседнику свой прогноз, свой рисунок и свои предположения. Спасибо за внимание. Видео подготовлено для данного сайта.